Компания «Этижмаш» в этом году юбилей. Нашему заводу исполняется 80 лет. Наше предприятие является очень разносторонним в плане производства. Мы выполняем и изготавливаем оборудование для атомной энергетики, для горно-рудной промышленности, угольной энергетики, конвейерное оборудование. Нашими заказчиками являются Роскосмос, Росатом, Росгидро. Для нашего предприятия выставка «Майнинг» является традиционной. Эта выставка для нас является знаковой, поэтому мы не пропускаем ни одного года. Традиционно на этой выставке мы знакомимся с новыми заказчиками, подписываем протоколы о намерениях, меморандумы, иногда подписываем договора на поставку нашего оборудования. В 2021 году наше предприятие уже подписало рекордное количество контрактов по изготовлению конвейерного оборудования. Значит, мы уверенно себя чувствуем на рынке. Готовится к подписанию ряд контрактов на поставку горно-рудного оборудования, также ряд контрактов на поставку оборудования для угольной энергетики. Делегацию АО «Этижмаш» в этом году представляет очень серьезный набор специалистов из коммерческой и технической области. Нам очень радостно, что в этом году на выставке, невзирая на продолжающуюся пандемию, присутствует большое количество заказчиков, наших партнеров. Мы надеемся, что, несмотря на имеющиеся процедуры, проблемы, у всех присутствующих специалистов и компаний, и в том числе у организаторов выставки, 2021 год будет удачный, и в перспективе все будет только хорошо.